Роберт, здравствуйте! Роберт — это мой двоюродный брат. Я как бы не шучу. Он часто приходит на мои стримы, я ему часто говорю то, что я ему напишу. Я честно, я не то что забываю, у меня иногда настолько времени нет, что я забываю жить, в туалет сходить. Прости меня, пожалуйста, мы с тобой, честно обещаю, спишемся. Слушай, то, что ты расстался с девушкой и то, что жизнь окончена, я уже на эту тему, наверное, миллиард раз говорил. И скажу в миллиард первый раз. Все твои неудачи в жизни ты должен воспринимать не как окончание жизни, а как опыт. Потому что в твоей жизни единственное, что две вещи, которые бесценны, которые не имеют цену, неважно, сколько ты зарабатываешь, неважно, где ты живешь, неважно, накачанный ты человек, здоровый человек, еще что-то. Все это в любой момент может как бы потеряться, может уйти. В любой момент. Но есть две вещи на этой планете, которые бесценны. Это знания, и это опыт. Знания ты набираешься, читая книги, проходя курсы, учась в школе, учась в университете, еще где-то. А опыта ты набираешься, когда в жизни происходит какая-то жопа. Ты учишься из этой жопы, и в следующий раз ты эту жопу не допустишь. И вот почему хорошо то, что ты расстался со своей девушкой? Потому что эта девушка, значит, не подходит тебе по жизни. Если вы расстались, значит, у вас что-то не так в отношениях. Значит, вы не суждены быть вместе. Она попалась в твоей жизни, ты у нее попался, вы набрались опыта и разошлись. Ты должен быть ей благодарен. Неважно, как вы расстались, неважно, изменила она тебе, неважно, плохо она с тобой обращалась или из-за тебя она рассталась. У тебя есть опыт. И этот опыт ты вложи в свои следующие отношения, чтобы такой же фигни не произошло. И может, следующие твои отношения продлятся до конца жизни. Вот как я смотрю на такие ситуации. Я не говорю то, что надо на меня равняться, и не говорю то, что надо мне подражать, и не говорю то, что меня надо слышать. Я еще тот дебил, честно вам скажу. Я не хочу быть ни для кого учителем. Я делюсь, стримы существуют для того, чтобы я делился своими, не стримы, и ролики, в принципе, все, что есть только, чтобы я делился своим мнением. Ты меня спрашиваешь, я тебе отвечаю. На такие ситуации так надо смотреть. Лично мое мнение. Прислушиваться к нему или нет, зависит только от вас.